Смотрите программу «Время местное» на нашем канале и ничего не пропустите. Вообще местного у нас здесь своего в Ростовской области столько, например, вкусного. Вот мы недавно с вами арбузы, да, рассматривали. Пару недель назад. Сегодня у нас, наверное, самый наш вкусный гость, который никогда не приходит с пустыми руками, а приносит что-то необыкновенное, самое главное, местное, выращенное здесь у нас на Донской земле. Владимир Косов, специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора, ну или по-простому, Владимир, агроном. Агроном, давайте. Давайте, Владимир, доброе утро. Доброе утро. Когда сейчас Ира говорила, я думал, ну неужели не захлебнется своими рассуждениями, потому что такое богатство у нас на столе, причем, насколько мне теперь известно, это помидоры, это одно из любимых лакомств Ирины. Это лакомство все-таки, да, Владимир? Вот такая штука. Нет, вот, это еда, уже еда. Лакомство было, это приблизительно... Помидоры, что знаете? Вот, история. История помидоров. В истории пишут, что при Екатерине II в 1780 году. Хотя в тот раз, можно я отвлекусь немного? Конечно. Про картофель было, и мне прислал один товарищ, совершенно незнакомый, с Владивостока. Говорит, я посмотрел передачу, ну сейчас видите, как у нас. И вы пишете, что вы, донские казаки, утверждаете, что Петр I картофель. Как же вы заблуждаетесь? Картофель попал через Китай, с Америки, через Китай. Ермак Тимофеевич еще в 16-17 веке Дежнёв, все на эти пару были. Раньше. Они привезли, и донские ваши казаки, у нас это, говорит, есть доказано в музее в Владивостоке, что раньше, на 200 лет. Молодцы. Вот, а мы думаем, что Петр Первый. А видите? Так и помидоры. Все-таки. Помидоры, две версии. Одна версия – это Мексика, Перу, там дикие до сих пор есть. А вторая версия – с Индии. Mm-hmm. И опять-таки, казаки ж там блуждали, и они привезли помидоры значительно раньше. В 16 веке уже на Дону кушали. Ну, может быть, не все. Почему? Вот тоже этот человек утверждает, Алексей зовут его. И он говорит, казаки же, порой им приходилось выживать. Кушать нечего, они попробовали вкусно. Если тут Екатерина II, Петр I, картофель, там, можно сказать, картофельные бунты были, помидорные бунты заставляли, казакам нечего было кушать, они попробовали вкусно, привезли и начали выращивать. Ну, если в 16-17 веке такого изобилия, конечно, не было, то сегодня сортов помидоров, я не знаю, сколько насчитывается? Ну, больше тысячи. Больше тысячи. У нас здесь, конечно, не тысяча, но тоже 15. Кое-что. 15. Вот здесь лежит 15 сортов помидоров. Да. Я когда увидел, сначала подумал, что здесь хурма, перец, а тут все помидоры. Ну, вообще-то, вот, похоже, пожалуйста, на хурму. Очень похоже на хурму. Это что за сорт? Это номерной томат. Где-то в феврале месяце мне позвонили представители одной японской фирмы и говорят, мы вот следим за вашей передачей на Дон-24, там уже у нас несколько проектов есть, и вы там испытываете огурцы, баклажаны и тоже помидоры. Испытайте наши, два сорта дали. Вот черики, вот такие солнышки. Выросли. И как хурма. Японские. Японские. Они прислали, да, вам семена? Ну, здесь, в Москве эта фирма находится. Но они прислали, да, и мы вырастили. И, ну вот, попробуем. Мы поэкспериментируем, да, мы попробуем. Что обязательно, выросло, обещаем выросло, как говорится. Да, ну этот большой, ну что-нибудь из маленьких. Вот смотрите, черики такие. Вот это он, да, получается? Да, покушайте. Я попробую. Япония, вам привет. Так что, если Ирина до конца передачи доживет, то... Вкусно, почему, да? Владимир сказал «если»? Я был уверен, что этого «если» не будет. Он такой сладкий, очень вкусный. Пока ты жуешь, все-таки, Владимир, скажите, пожалуйста, ну наши здесь какие, вот конкретно донские, есть здесь среди них, или это все импорт? Или нет, как экспорт? Ну, здесь импортных один только мохитос. Вот он, мохитос. А вот. Похож на мой, который в огороде. Красивое какое название у него. Нет, это не вот мохитос. А, ну это уже, да, мохитос. Да, вот он, мохитос. Это любят все москвичи, все. Он чем хорош? Вот так вот срывают его и везут в Москву. И, ну он, видите, грубый такой, все это. Он может месяц лежать без всяких консервантов. Это особенности сорта. И он будет лежать и не испортится. И ждать. И не испортится. Вы в прохладном месте держите. Вы хотите, чтобы он порозовел? Вы заносите при комнатной температуре, и он порозовеет. Но внутренности-то будут твердые. Владимир, а, кстати, вот где нужно хранить помидоры? В холодильнике все-таки или... Если есть у вас прохладное место, лучше в прохладном месте. 10-12 градусов при невысокой влажности. В холодильнике все-таки высокая влажность, и он там будет. А вот черики, это наша российская селекция. Попробуйте, Ирина. С удовольствием. Ну, конечно, не знаю, может быть, вам...
Ну, мне кажется, первый слаще был, да? Вот на, наверное, первый. Японцы желтее. Слаще были. Они оба очень вкусные. Ну, как, какое все-таки? Желтенький. Да простят меня, русские селекционеры. Представляете, сейчас был слаще. Владимир просто специально спросил, чтобы вывод какой-то сделать японцам. Ну вот я же хочу сказать, сегодня, тут пока я приехал, я устраивал дегустацию, 99%, 1% ты, Ирина, сказали, что вот это просто чудо. Да? Геннадий, как ты думаешь, как называется? Вот какой это называется Иркин теперь? Не Иркин, вот это, желтый Иркин. А, это не Иркин, да, не Иркин называется. Вот смотрите, как называется этот сорт. Надо перевернуть, чтобы... Черри-Ира. Ира. Представляется, Ира, правда? Да. А, не понравился. Представляете, помидоры в честь меня, боже мой, что мне только мужчины не обещали, и луну с неба достать, а кто-то взял в честь меня помидоры. Не говорите, что это раньше было, давайте продолжим про эти самые помидоры. Владимир, ну, насколько сложно помидоры растить в наших условиях, точнее, насколько легко, наверное, все-таки, да, растить помидоры в наших условиях, у нас достаточно климат подходящий для всех сортов? Правильно вы сказали, что трудно. Все-таки у нас влажность воздуха очень-очень сухой климат. А родина, хоть Индия, там высокая влажность воздуха, mm-hmm. хоть Мексика, Перу. Поэтому селекционеры работают над тем, чтобы они были устойчивы к заболеваниям. Фитофтора, парша и всяческие гнили. Поэтому думаю, что климат подходит. И что я вам хочу сказать. У нас есть бренд, вы слышали, астраханские помидоры. Mm-hmm. Ну, я вас разочарую или обрадую? Обрадую, что у нас уже появляется бренд «Донские помидоры». Ух ты! Да, у нас много селекционных центров. Здесь два или даже три, что выращивают свои помидоры, наши донские. Вот у нас был выведен, сейчас не могу семян найти, Ермак. Наш донской для комбайновой уборки. Комбайном убирали, представляете? Станичный. И многие там другие. Поэтому все это возрождается. И кто-то, если думает, что семян не найти, семян можно найти. Звоните на передачу, мы вам расскажем, где взять, какие. И, ну, капризная, конечно, эта культура. Но самый устойчивый из этих, который... сильно болезнями не поражается, всем нравится, подходит на томат-пасту, как говорится, борщ закрутки делать, можно, борщ, да. Черри-Ира. Это черри-ира. Самый универсальный, ничем его не убьешь, непробиваемый. Я знаю, почему оно мне не понравилось, потому что я-то себя хорошо знаю, поэтому, видимо, что-то не срослось. Владимир, вот это вот красавчики вот эти лежат, это кто? Это сорт астраханской селекции, Клеопатра называется. Красивое, женственное название, да, и расцветка такая же. Видите, и они очень вкусные. Вот. Есть с крупными, с такими с круглой. А пока вот мы с вами разговаривали, Владимир, а Геннадий уже съел соленые помидоры. Откуда они вообще здесь появились и кто готовил эту красоту? Это моя жена Людмила Косова. Кстати, недавно у нас с ней был маленький юбилей, 35 лет совместной жизни. Да, и мы решили вот этот вот поддончик вам подарить. Ух ты! Ну а что, только Якубович на поле чудес, а у нас утро, это передача чудес. Поэтому пускай кто-то приносит и что-то дарит. И это будет и приятно, и интересно. Тем более, видите, как вот. Это у нас одна там девочка-пенсионерка. Ей со станицы Нижнекурилючинской, Васильева Наталья. Она такую красоту плетет. Я думаю, как-нибудь мы расскажем про нее. Наталья, огромный привет, спасибо вам большое. Владимир, вам отдельное спасибо за такой, супругой, да. За такой подарок. Вас с супругой, с Людмилой поздравляем с годовщиной свадьбы. 35 лет. Вот с кого, ребята, нужно брать пример. Самое главное, будьте, пожалуйста, всегда здоровы. Приходите к нам еще с вот этой красотой. Мы будем с удовольствием рассказывать жителям Донского региона о том, что же можно у нас здесь на Дону такое вырастить.